Алекс из Петахтиквы спрашивает, как я могу точно знать, что я нахожусь в верном намерении и в продвижении, и как я могу точно чувствовать, что свет воздействует на меня? Это соответствует осознанию зла. Если я все больше и больше вижу в себе плохого, плохого, опять-таки, в отношении к ближнему, там, где это может помешать мне достичь духовного, помехи, которые сами по себе являются помощью, и тогда, увидев их, я не убегаю от них, а знаю, что мне необходимо их исправить, и тогда за счет исправления их именно, а не за счет нейтрализации их, я прихожу к цели. Продвижение в духовном измеряется у нас в раскрытии зла. Это то, что называется «создал я злое начало и создал я средство, исправляющее его». Пока мы не вознуждаемся по-настоящему в Торе, мы все время будем раскрывать все больше и больше собственное зло. И для того, чтобы человек не упал в уныние от ощущения этого зла. У меня нет продвижения, у меня нет ничего, я ничего не знаю, ничего не получается и так далее. Для этого общество окружающее должно дать ему уверенность в том, что раскрытие зла, оно необходимо, нам нужно его раскрыть. И до каких пор раскрывать? До тех пор, пока ты не будешь способным сказать, что все, достигли воды границ своих, я обязан от этого избавиться, от всего этого зла. Я обязан. Что значит «я скажу это»? Я это говорю во время учебы, во время всех тех действий, которые совершаю, когда я раскрываю необходимость в этом настолько, что я не забываю, что это зло находится предо мной. Мой грех всегда перед моими глазами. Когда я желаю исправить его, и что такое зло, это то, что все явнее становится для меня целенаправленным, как то, что против моего объединения с ближними, с желаниями моих товарищей. Так вот, обнаружение зла, что это такое в точности, все ближе и ближе к истине, что это такое, отторжение от желания товарищей, от объединения с ними, обнаружить, насколько именно в объединении там я достигну желанного, а иначе никак. И когда я не убегаю от раскрытия зла, наоборот, я должен стоять на этом и не пожирать себя, почему я такой плохой. А я благодарю за то, что во мне раскрылось это зло, как пишет Бааль Сулам в одном из своих писем, что это святость дня моего, то есть именно когда высший свет раскрывает зло в человеке. И нужно радоваться этому. Как он говорит, взглянув на них, все они обратятся в груды костей, когда за счет них именно ты поднимешься. И самое главное, все время заботиться о подъеме духа, чтобы у тебя все время были поддерживающие, поддерживающие света. То есть всегда должно быть окружение, учеба, что-то, что поддерживает человека, чтобы он не падал в уныние и не начинал бы думать о собственном зле, что это ему же во зло, то есть для чего ты создал во мне это зло, чтобы не обращался таким образом к Творцу, а наоборот. Прекрасно, хорошо, что ты мне это раскрыл. Теперь давай исправим.